Всем привет, ребят. Ну, наверное, многих удивит название. Не знаю, решил именно так назвать этот ролик. Ну что, у нас прошло 4 месяца с того момента, как я начал донатить на Китайке. И сегодня, как бы уже немножко больше, там 25 апреля, мы забрали первых наших героев донатных. Там был целый офигенный видосик. Вы можете его посмотреть на канале в плейлисте «Второй аккаунт Китайка». Именно там видосы с этого сервера, где выходят первые обновления и все остальное. Но у нас прошло 4 месяца, и почему именно на пол шишечки я назвал, потому что именно мы сегодня вкачали, точнее даже вчера, наверное, уже 250 тысяч силы. Я забрал ордена с награды, чтобы показать, каким образом будет прокачиваться здание со смотрителями, и, соответственно, у меня там сила упала в районе 8-9 тысяч примерно, и я не смог раньше набрать 250. Сегодня у нас уже есть 250, это практически, ну, чуть-чуть больше даже, чем половина от моей основы на сегодня топового аккаунта, и мы продолжаем на Китайке трешевать, и сегодня у нас будет обзорчик на аккаунт, что у нас изменилось за 4 месяца, какие у нас герои, прокачки, что будет у нас дальше, ну и, конечно, как всегда, мы поиграем в акции. Так, ну что, доната тут уже максимум, строки доната, аккаунт, как видите, бездонатный стал, бездонный, скажем так, то есть мы это уже убрали окончательно. Сила у нас, как видите, по максимуму прокачана. Подземки, кто смотрел, как я проходил бездонатными героями, у нас 840 звездочек. Мы прошли там без Минотавра, без Анубиса, тащили. В общем, мы зафармили по максимуму, 70 зафармили. Без проблем фармится, все надо немножко, конечно, поднапрячься, прокачать некоторых героев, и у вас, в принципе, все получится. По волнам, кто смотрел тоже, волны я давным-давно зафармил, Джей волну я без забора прохожу, без расстановки, у меня осталась только волна H. Я ее пока не трогал уже очень давно, честно говоря, пока времени на это нету. В новой локации я бегал, дошел до 27, дальше опять же времени не было, буду дальше трешевать, в принципе, героев я здесь докачиваю, на основе я уже прошел, то же самое сделаем и здесь. Так, ну что, давайте такое, что там, ну, все остальные локации, в принципе, я вам так мельком показываю, всегда там, я не фармлю здесь королевскую битву, потому что фармить ее смысла нету, у меня, сейчас увидите в инвентаре, что делается, как бы на складе ресурсы есть и все, поэтому смысла особо заморачиваться и тратить время здесь нет. Конечно, надо будет в дальнейшем прокачивать. Так, ну что, давайте начнем, наверное, со склада. Что у нас есть на складе? Давайте еще так сделаем. Сразу по акциям пробежимся. Вот такие вот акции. Я уже эту акцию показывал. Завтра у меня уже будет священный огонь за 600 самоцветов причем. Ну, а дальше уже, как видите, по 50 сундучков. Тоже опять за 600. А дальше у нас сегодня топовый рынок. Рвение. У меня уже 4 сета. Плюс еще сейчас 2 заберем. Офигенная тема, плюс скины. Ну, в общем, здесь по максимуму все. 500к орденов, огнекрыла, мешки огнекрыла. Чем Китайка круче остальных серверов? Она самая крутая для бездоната. Здесь затрату можно получить некроса. 160к самым накопили. Раз в 2 недели проходит акса, можно забирать некроса. Бездонаты тут с некросами бегают. Вот, вот так вот. В общем, такая вот акция стандартная. Продают уже 7-е эмблемы. Как видите, тоже офигенная акция. Ну и тут ежедневка. Поэтому по Коле сегодня тут самый топовый коллекционер с того, что было. Махатма, Рвение плюс пятый сетик. Стрелок, скин, рунки, Фрея, скин, топовые плюшки. 20 слизней, Арктика. Ну, это такое. Ну, вот, конечно, выбить 8 ар и получить за это 2 мешка огнекрыла. Ну, это такое. Плюс у нас такая вот акция. Давайте сразу тут пооткрываем сейчас яйца. А, у нас там места, по-моему, не хватает. Или хватает? Ладно. Потом я пооткрываю это. Давайте. А, у нас места здесь не хватает. Заберем сейчас плюшки. Ну вот, призы, чтобы вы видели приблизительно это.
позабирал. То есть тут Рудольфы качаются, я уже не знаю, сколько Рудольфов. Сейчас мы дойдем до этого. Поехали, заберем Аксу и будем делать обзорчик на аккаунт, что у нас изменилось за 4 месяца и что дальше мы будем планировать качать. В принципе, как обычно, будем качать все, как и основу, будем выводить аккаунт постепенно в топ. Ну а с вас, ребят, 1000-1500 лайков и качаем силу до 300. Будем выходить постепенно в топ. В принципе, по силе в гильдии я, по-моему, уже в топ вышел. Судя по последней БГ, у меня там первое место, по-моему, было. Надо будет посмотреть. Дали сумочку. Награды, как вы видели, здесь реально офигенные за акции. У нас таких наград, к сожалению, нету. Не знаю, когда они будут. Хоть тут донат дороже, но тут плюшек дают намного. Порядком выше. Об этом, в принципе, я каждый раз, когда что-то интересное показываю. Плюс акции идут не один день, не два дня, а нормально идут. Так, пока это заберем. Ну, 10к кулаков, как видите, сундучки. Ну, вот такое вот. Как вспомогательное, неплохо. Так. Окей. Побежали сюда. Ну, книжечки такое я все сливаю, прокачиваю. Вот ордена. То, что мы сегодня получили, использовать. Ну, 500 000 орденов у вас. В общем, все по высшему классу. Кулачки копятся, как видите. Тоже, в принципе, скинов здесь уже у нас хватает. Некоторых на десятки даже. Я пока их не прокачиваю. Не прокачиваю из-за того, что у меня не хватает кгшек. С кгшками это единственная проблема и с этой оживы. Так. Вот такие вот у нас камешки здесь есть, то есть на 12 скиллы у меня уже две локации прокачаны до 12, выпуски тоже есть, там я рассказываю, кого качать, как качать, зачем, стоит качать, не стоит качать, можете это отдельно посмотреть. Так, это у нас временные, кстати, скины, ну то есть есть все, что хочешь, карты смены, ну вот это такое расходников, ну вот смотрите, 1272 сундучка. Можно же сразу 1 000 000 красных получить и не париться. Так, это коробочки, рунки. Ну, пошли талантики. Талантики здесь практически все есть. Некоторые таланты, как видите, с последних 6 штук. На основе даже столько нету, сколько есть на китайке. Это камешки на прокачку смотрителей. Докачаем. Ну, это допа героев. Я их было намного больше с роллингов. Я посливал те, которые мне не нужны. Мне нужны были кгшки. Я их просто продавал, поставлял самых нужных для того, чтобы доделать эволюцию. Ну, это идут сетики, не сетики, а рунки. Я их не трогаю, не продаю. Карточки накопились уже. Сундучки копятся топовые. Ну, тут такое. В общем, сундуки. По рунам, думаю, смысла вам там рассказывать, показывать тут нету. Кто смотрел, те в курсе. Кто не смотрел, может пересмотреть. Сетов рун здесь очень много, и психощиты, и ремки уже есть, то есть аккаунта нету проблем с этим. Сейчас коплю мешки с огнекрылами, здесь дают опять же за еженедельные награды, дают вот такие вот мешки, плюс куча дополнительных акций, как видите, 48 штук уже у нас есть. Так, ну это такое, это расходники все, в общем, вот как-то так. Это у нас рунки, эмблемы. Где тут у нас эмблемы? Это через здание надо заходить. Уже даже вылетело из головы, где у нас эмблема. Башка не варит. Артефакты. Вот видите, артефакты я забрал, поэтому у меня, соответственно, сила упала. Так, ну по-моему же, а вот это то, что у меня как бы в инвентаре, то есть видите, есть излишки некоторых сетов уже, и хватает, 6-е, 7-е есть на героях, сейчас мы к героям перейдем, будем рассматривать, то есть вот как-то так. Давайте сразу питомцев я здесь не прокачиваю, пока тоже опять же все из-за того, что кгшек не хватает, некоторые питомцы донатные уже, видите, 2000 питомцев накопилось. Вот как-то так. 35-е, обычные там 17-е, 18-е, 19-е. Я пока яйца не открываю, они постепенно растут. Дойду до 26-го, тогда попрокачиваю. Так,
Поехали дальше. По осколкам, ну, в принципе, здесь так средненько. Вот видите, три огнекрыла у нас. Там еще будет практически 3,5. Ну и тут такие обычные герои, где-то по одному герою есть. Не помню, кто там у нас с последних, по-моему, героев. Там еще кого-то тоже нет. Здесь неплохо продают осколочки. А, вот асуры нету, заклинательницы, кстати, тоже нет. Это надо пооткрывать, уже будут мешки. Да, есть, хватает героев, которых мы еще не собрали. Но это не основа, там на основе все есть. Здесь как бы я насчет этого не парюсь. Так, ну что, поехали к самому интересному. Посмотрим, что у нас за алтарь за 4 месяца. Вот друид, я его пока не качаю, приостановил, потому что архидемон сейчас совсем другие, и смысла как бы прокачки дальнейшей пока не вижу. Поэтому заморозил. Химка, укротитель для архидемона. Это сейчас прокачал Дракоса для того, чтобы прокачать следующую судьбу на 12, потому что мне надо будут максимальные герои на прохождение древней локации, то есть Бигфут недокачанный в судьбе, Павлик докачанный, Эхникрыл, один, второй, Асура, Мохнатка, Гаргул, Купидон на максималке, Минотавр. Я вам так показываю, давайте я вам сейчас так, чтобы вы видели вторые талантики, у кого что стоит, плюс-минус ориентировались. Конечно, тут есть нестандартные решения для определенных локаций, поэтому смотрите обзоры на основе, там я более подробно рассказываю, какой герой к чему нужен, куда, какие талантики, созвездия и прочее. Куча есть обзоров, есть целый раздел обзор героев и талантов. То есть такие вот сборочки, некоторые под архидемона, некоторые просто с пятыми талантиками, я их пока не качаю. Вот Фрея, два таланта на атаку, вот там еще будет следующая Фрея. Тут вот докачивается, то есть очень много героев, скажем так, которые еще прокачиваются. Вот Атланта решил качать под новую локацию, десяточку ему прокачал. Так, кто тут у нас еще такое интересное? Ну, то есть тут уже дальше пошли герои, которые чисто до 80-го просвета прокачаны. Некоторые с восьмерками даже уже. То есть вариантов сборок очень много разных. Я стараюсь плюс-минус делать такое же, как и на основе, для того, чтобы можно было проходить локации. Так. Ну, по рунам, в принципе, давайте сейчас еще по рунам так бегло пробежимся. На некоторых героях нету. Ну, как видите, здесь проблема только с живой. Седьмая жива есть там, третья и четвертая, по-моему. Вот психощиты, ремки, как бы, в основном на героях. Есть пактов много. То есть на этом серваке реально даже для бездоната есть возможность получить имбовых героев и не тратя на этот донат. Вот, в принципе, такая вот у нас китайка за 4 месяца. То есть изменения, как видите, у нас 253 тысячи силы. И это, скажем так, немало за 4 месяца. Можно было бы, конечно, намного больше вкачать, если бы я сидел сутками и играл. Но я стараюсь не тратить очень много времени на китайку и не гнать силу в топ. Тут можно за месяц, в принципе, выйти на первое место, это не проблема. Ресурсы, все возможности у нас есть. То, чего нам не хватало на основе, здесь есть. Единственное, там, по питомцам, по некоторым возможностям еще возможно. Но, опять же, все упирается просто чисто в донат сейчас в битве замков, поэтому можно все сделать, не напрягаясь, причем тут топ. Даже 500к нету, 470 тысяч, то есть это, в принципе, не так уж и сложно. Вот так вот. В принципе, так вот все, я вам уже все показал, что прошел. Ресурсы, как видите, ресурсов тоже кулаков хватает с головой, рун хватает, синие красные кристаллы хватает, ордена опять же есть. Продаются на рынке, единственное, что востребованный ресурс — это кристаллы героев, их только фармить, пропуская подземки, там определенные локации, потому что их тут так просто не продают. Ну вот, сейчас по чуть-чуть я прокачиваю героев в следующей судьбе.
планах прокачать их не крыло на 12-й. Надо еще 10 тысяч с копейками. А потом Анубиса тоже надо докачать. Тут надо поболее чуть-чуть. Тут герои не вкачаны. Ну, с таких героев, которых я буду использовать. Тут вообще не прокачанные. Тут тоже 25 есть, что качать. Новая локация не вкачана. Тут 25. Вот у меня вот эта локация прокачана. То есть стрелок, Фрея, дерево, те, которых я использую. Плюс вот это Купидон, Хранитель, Повелитель Бури, Афина. Тоже их использую. Ну, дальше уже, я уже показал, будет Огнекрыло, но без прокачиваться на 12 скиллы. То есть вот такая вот, ребят, китайка у нас за 4 месяца, чуть-чуть больше. Думаю, к Новому году где-то мы выйдем в районе... Возможно, и раньше, все зависит от ваших лайков, интереса к данному аккаунту. То есть пишите комменты, лайкайте видосики, смотрите их. Здесь очень много интересного рассказываю про героев, которых качать, не качать. Плюс на китайке у нас первоначальные тесты новых героев. Будем качаться, думаю, в районе 300-350 тысяч. Возможно, даже быстрее качаем, в принципе, 9, 10, 11, там, за 4 месяца даже можем 400 вкачать, это не проблема. Было бы польза и желание, и надобность этого. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, репостики. Ссылочка на Огнекрыло, как всегда, внизу в описании. Переходите, участвуйте в конкурсе. На выходных уже будем разыгрывать Огнекрыло. Все, всем удачи, всем пока.